Привет, привет. Я сегодня очень мега супер продуктивна. Даже сама тебя не ожидала на самом деле. Единственное, что, конечно, то, что я только вечером начала снимать. Но это ладно. Просто дело в том, что с утра такое предложение от Максима поступило. Неожиданное, но крайне интересное. И я даже не думала, что уже вечером осуществится одна мечта. Ну, можно сказать, что это мечта Лерина. Я даже в каком-то шоке целый день, что так получилось все. Просто так все сложилось. Так здорово. И сегодня просто вот эти ее эмоции. Это обязательно нужно посмотреть. Мне самой интересно, как она реагирует. Это просто потрясающе, конечно. Это какое-то чудо, вот реально. Я сегодня приготовила и суп, и сейчас готовлю очень вкусный ужин. И как-то у меня все так легко получилось, я даже не собиралась, я никаких не писала списков дел, и вот мне это гораздо легче. То есть я не планировала ничего, я думала, буду там что-то сидеть, смотреть, учить, читать. Но в итоге я вымыла в ванной абсолютно все. У меня там все просто блестит, ванна белоснежная, туалет просто белоснежный, раковина, все просто надраила до блеска. Приготовила очень вкусный супчик. Сейчас готовлю. Овощи просто покупаю в смесь, мне очень нравится замороженную. На сковороде тушу соевым соусом. Вот здесь у меня варится булгурчик, его тоже очень легко готовить. И в мультиварке готовлю ножки. Я уже, по-моему, показывала, рассказывала. И сейчас мы поедем осуществлять Лерину мечту. Я думаю, что она будет в таком восторге. Посмотрим, в общем. Да, вы смотрите, кого мы забрали. Какой он милый. Ой, куда? Какой ты милый, какой ты хороший. Это просто, это какое-то чудо. Ты такое чудо. Ты такое чудо маленькое. Ты такой сладкий, ты такой сладкий. Мы с Максимом превратились в каких-то, я не знаю даже, он просто не знает, что творит с нами. Такой сладкий, такой хороший. Нам так интересно, как Лера отреагирует просто. Мне кажется, это вообще самое бесценное, это эмоции от Леры. Просто нам не терпится уже. Мы просто заехали в магазин, потому что его нужно кормить 6 раз в день всякими молочными продуктами, варить ему кашки, геркулес, в общем, все серьезно. О, чупуся мой, какой хороший, такой сладкий просто малыш. Если честно, я даже решила себе завтра взять выходной, потому что мне так хочется с ним поиграть, потискать его. Упсик. Зачем? Зачем ты так рано? Осторожно. Шоколадка. Пойдем на кухню. Тихо, на кухню. Аккуратно. Пусть они шипеть. Он в машине спал, кстати, всю дорогу. Мне кажется, он просто спать хочет. У папы на руках. А я тоже у папы лежала. Баба, я же говорила, собака будет. Вот она. Вот это лабрадор? Она меня поблизовала. Ну, ты же хотел тоже лабрадора. Ой, мальчик. Он будет сейчас лизать раз. Хотя он, кстати, с ними спокойно. Он на нас прям напрыгнул, когда мы зашли. Ты его подержать. Тихонечко. Можно я его поставлю? Мы зашли когда в квартиру, и в машине он прям... А как он все разнюхивает? Главное, чтобы пусинка. И хвостиком виляет. Вот это шоколад, как говорила собака. А как ты догадалась? Я же говорила, шоколадка будет. Дай мне.
я говорила, что я хочу шоколад. Тихонечко только. Он устал, мне кажется, он хочет спать. Он в машине. Ему надо лежанку. У него все есть. Где? Вон папа сейчас принесет. Иди сюда, Лер. Ну не уходи. Иди сюда. Лер, курила, будет собака. Сидеть. Ну садись, садись. Нет. А вы не кушали вам ножки? Там? Нет, он еще не дрессированный. Все, я буду здесь целый день с тобой гулять. Ну что ты кусаешься? А? Ну играться. Нет, 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 не надо. Ой, там... Его игрушка любимая. Он, ну этот же, помнишь, хомяка ты покупала? Он тоже у него любит играть. Раскрыла глаза. Ну-ка, 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 поднеси просто к гусь. Не шипеть только. Тихо, аккуратно. Лер, близко не надо. Близко. Нет, Лера, держи, держи его. Держи, держи. Да, держи его. Близко нельзя, потому что Буся может начать защищаться. Да, она нюхает. Держи, держи его. Бусинка. Нет. Там у кого, мы взяли, у них тоже кошка, но он с ней подружил, они подружились. Там мальчонок. Может, он, а он кушать не хочет? Ты у него спроси еще, как его уже кормить сегодня не надо. Ой, он может, он писает, 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 писает. Отойди. Отойди. Надо было пеленку расстелить. Все. Теперь у нас будет лужа на полу. И собака. Надо пеленки. Написал. Шоколадку свою съел, помнишь? Надо. Смотри, чтобы она лапы. Ты ее лапы держишь, чтобы она не это. Не царапала. Лапы держи. Он прям рвется к ней. Она не шипит, смотри на него. Молодец. Она нюхает. Она нюхает. Она нюхает его. Он хочет писать, какать. Он уже и пописал, и покакал. На пол. Придя отпустить? Ничего надо. Я боюсь, что он напрыгнет. Он-то не знает, что ее надо не напрыгивать на нее. Кто это тут у нас? Фу. Она шипит. Шипит. Нет, она ешь, он плачет, потому что она шипит. Не надо, не надо, это же кошка. она переживает за кошку. Ты что, так сильно любишь кошек, что ли? Вот песик получился. Пап, давай скорее, а то он сейчас выбежит. Он плачет. Он хочет друга, мам. Он просто не знает, что с Буся пока не готова с ним дружить. Мама, все, он меня любит. А он меня нет. Молодец. Просто у меня игрушка, Егорик, и он кусает. Ему нравится это, на, Егорик. На, ой. Лер, ты помнишь, да, что он поел? Да. Кое-что шоколадное. Поэтому не лезь к нему. Он может облизать лицо. Мам, есть хочет. Ну, он просто нюхает. Нет, он есть хочет. Он фантик чуть не съел. Ну, он же сейчас вообще все подряд он грызет. Он какашку поел. Он накакал там на пол и тут же начал есть. Кошки такие хорошие. Беленькие. Розовые. Ой, боже. Давай я подержу тебя. Давай, подержу. Боже. Какой же ты голодный, оказывается, был. Мисочку надо тебе купить завтра. Ну, я ему там 100 грамм точно наложила творога со сметаной. Ты как будто 3 дня не ел. Ты что, не наелся, что ли? Я прям по твоим, по твоему туалету прошлась. Что-то ты, похоже, очень голодный был. Ну, мне кажется, просто он не выбрал ту семью. 3 дня, да? Он не очень, очень есть хочет. Нам тебе придется тебя мыть. Твою мордочку.
Идем, он идем, я помою. Еще просит. Подожди, подожди. Как он набрасывается на еду. Растущий организм. Как будто мы его не кормим весь день. На самом деле он уже за сегодня ест третий раз. Просто он съедает это все, мне кажется, не знаю, за 30 секунд. Ну все, поел. Там уже пусто, малыш. Смешной ты. Все, у меня больше нет ничего. Давай, пойдем лапки мыть. Пойдем, пойдем лапки мыть. Больше нет, хватит, хватит. Добрый день. Я пытаюсь послушать урок. Конечно, с такими урывками, перерывами. Я смотрю в записи сегодня урок, потому что вчера я его просто онлайн внимательно слушала, смотрела. Что хочу сказать. Лера сегодня проснулась в 7:30 утра. Хотя легла она вчера очень поздно. Мы вчера легли 1:30 ночи, потому что вот эти эмоции. И, конечно же, не хотела спать, хотела все время тискать щенка. 1:30 уснула, 7:30 проснулась, и она просто не отходит от него. Еле как, я ее уговорила лечь спать, отдохнуть, потому что ей нужно делать уроки. И вообще, просто чтобы эмоционально себя чувствовать нормально, я вижу, что ей нужно отдохнуть. Только что, да, я показывала, как ест щенок, он ест так всегда, просто... как будто с голодного края. Один раз сегодня, слава богу, он сходил на улицу в туалет. А так, конечно, мы с ним носимся, как с еще одним ребенком, потому что он еще такой маленький, ему нужно каждый раз после еды помыть мордочку. Она у него вся либо в твороге, либо в каше. А он периодически все равно писает мимо пеленки, мы вытираем полы, какает. Каждый раз после еды мы вот хотим его выводить на улицу, ну, приучать, потому что, ну, так можно тоже, как сказать, в общем, надоедает, скажем так, убирать какашки за ним. Что еще? Ну, в общем, он требует много внимания к себе, а Лера ему просто не давала с утра даже поспать. Она все играла, еле как. Я просто отогнала уже просто детей от щенка. Кстати, все-таки назвали мы его в итоге Сэм. Детям понравилась эта кличка. В принципе, мне тоже нравится. Вполне такая, очень даже подходящая для него. Так что я буду пытаться дальше посмотреть урок. Надеюсь, получится у меня сосредоточиться. Сегодня и завтра я еще отдыхаю, потом выходные работаю. В общем, как-то вот так вот мы веселую себе жизнь добавили себе красок. Скажем так, в жизни. Но эмоции детей, конечно, бесценны. Поэтому она так рада. Мне кажется, что сбылась ее мечта. Все остальное, как, скажем так, к этому были готовы. Этого следовало ожидать. Пока он маленький, вот так вот придется с ним повозиться. Скажем так. Ой, что ты там нашел? Что ты там жуешь, малыш? Он там нашел, я не могу понять. Он это глазет. Нет, он там прям кусочек съел. Вот такой у него игрушкин. Помят. Лерочка уже спит. А малыш. Покакал сегодня 4 раза. 4. 3 дома. На пол и один на улице.
игрушка такого же цвета, как и он. Да, хомячок? И я как тоже. Мордочка. Мама одинакова? И у тебя? У тебя же пандочка? Да. А тот хомячок? Что там у тебя чешется? Ой, все, ребята, уже спать пора идти, да? Хорошо, что ночью он всю ночь спал, да, Сэм? Надеюсь, ты эту ночь тоже прекрасно проспишь, да?